Ну а глава российского МИДа Сергей Лавров сегодня с рабочим визитом в Руанде. Он уже провел консультации с руководством восточноафриканской страны. И на пресс-конференции он говорил о том, что власти стран договорились наладить сотрудничество и в области атомной энергетики. Речь шла также о подготовке реформы Совета Безопасности ООН. Лавров выступил за расширение представительства африканских государств в Совбезе. Российская Федерация рассматривает Африку в качестве важной опоры полицентричной системы мироустройства, которая формируется взамен биполярному и однополярному миру. И считаем главной задачей тех дискуссий, которые сейчас ведутся о реформе Совета Безопасности ООН, обеспечение более высокой представленности, более адекватной представленности развивающихся регионов мира Азии, Африки и Латинской Америки.